Трехэтажный дом предпринимателя открыл сегодня в Казани Рустам Миниханов. На первом этаже многофункциональный центр для бизнеса, на втором – офис региональной лизинговой компании, на третьем – образовательный центр. С этого дня обратившимся предоставляется 180 видов услуг по принципу «одного окна». Сегодня стало известно имя нового управляющего Национальным банком Татарстана. Им стал Марат Шарифуллин. Он был сегодня представлен президенту республики. В Доме правительства Рустам Миниханов встретился с заместителем председателя Центробанка Русланом Вестеровским. Стороны обсудили вопросы развития банковского сектора республики. Владимир Вавилов стал лауреатом Госпремии в области благотворительности. Указ подписал президент Владимир Путин. Председателя Фонда помощи детям больным лейкемией наградили за создание первого в Казани хосписа. Размер госпремии – 2,5 миллиона рублей. Эти деньги Вавилов направит на строительство второго хосписа.